обратить внимание на то, что вода выключена, но толпы детей, ну, в количестве 1-2 штук, продолжают играть посреди поля среди этих металлических шестов. Ну, обычно из них льется вода. Как вы видите, сверху у нас облачка, да. И сейчас вот прозвучало объявление, но его уже не повторяют, к сожалению. Дорогие визитеры, пожалуйста, прекратите все активности, все временно закрыто, потому что может ударить молния. Ну, в общем, грозовой фронт подошел и сейчас будет шандарахать. Ну, визитерам, в принципе, это пофигу. Так и живем в Сингапуре. Правила для того, чтобы их нарушать. Бдыщ, ну что, долбанет молния сейчас, не долбанет? Должно. Постоим, подождем. Потом снимем последствия.